Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топ Геймс, мы на аккаунте Михалыча, и как видно в предыдущем скрине, меня немножечко ограбили. Что нужно для антирейда, я уже собрал, и мы отправляемся на месть базы выжившего, 3 заряда С4, немножечко оружия, еда, вода, это наше вот вяленое мясо, я думаю, сейчас мы с легкостью, ну да, конечно, выложим сначала с чопера все, чтобы максимально быть готовым ко всем испытанием, которое нам дает месть. Так, в этом и в этом ящике полностью забито. Все так, талоны к талонам. И мне нужно вот оно что. Теперь мы полностью точно готовы к мести бади выжившего. Нажимаем ехать и посмотрим, насколько круто это все будет выглядеть. И как быстро я смогу найти свой лут. Или, может быть, конечно же, даже что-то покруче. Так, привал у дороги, это понятно, что если у нас пойдет что-то не так, мы быстрым образом отправимся на привал у дороги. 67-62 плеер. Думаю, единственное, что мне нужно, это вернуть свой бензин, потому что бензин всегда и везде нужен для выживания, особенно если у вас есть чоппер. Так, мы попали внутрь, и я вижу, что этот парень любитель кольев. Да, у него даже есть вот чоппер. Давайте посмотрим, что здесь внутри. И, конечно, хотелось бы вернуть свой бензин назад. О, отлично. Парень даже оставил бутылки для того, чтобы удобно было сливать у него бензолинчик. Так, бензолинчик заливаем к себе в чоппер. И так можно сделать даже несколько раз. Но мы один разочек таки сделали, потом увидим. Если ничегошеньки не найдем на этой базе... Так, деревяшечков есть. Еще, ребят, еще есть ящичек. Так, так, так. Что здесь я вижу? Я вижу... Опа, турелечка. Вижу турелечка. Есть вольерчик. Рабочий вольерчик. То есть получается, что нужно как-то возле вольерчика взрывать, чтобы, если что, то троллить громилу с помощью вольера. Ага, деревянная база. И я вижу, уже один ящичек уже у нас есть. Один ящичек, давайте сразу же попробуем надрубить и посмотреть, что внутри. Вообще ничего интересующего нас мы не нашли. Но я думаю, сейчас попробуем установить сишку вот здесь. Тут с этой стороны нам не позволяет огородик. И надеюсь, здесь просто база, никаких буферных комнат, простая база. Отлично, ребят, это простая база, только с одними буферными комнатами. Я не знаю, теперь удастся ли мне вернуть свой лутец. Отлично. Сейчас попробуем, конечно же, съесть всех зомби, которые меня преследуют тут. И отправиться искать свой лут. Но один ящик мы еще откроем, открыть сможем по-любасу. По-любасу. Отлично. Так, что в этом ящике? Тепловые датчики и болты. О да, детка, именно это я и хотел увидеть, когда у тебя украли 150 тысяч миллионов бензина. О, а вот и наша... Здесь что, еще одна турелька? Ага, вижу, отсюда стрелять. Так, попробовать как-то обойти ее. Обойти ее мы сможем вот так вот, да? Ага, вот видно еще одну турель. Это, по-моему, рубить стол. Да, стол обводится. Давайте попробуем взорвать и с этой стороны, почему бы и нет. Попробовать. Попытка не пытка, однозначно. Отлично, отлично. Ну, конечно, шума уже подняли больше, чем нужно. Где мой калаш? Вы что, ребят, вы что, не видите, что я безоружный? На безоружного человека вообще нападать нельзя. Не знаю, ребят, но я понимаю, что как-то нужно сейчас выкручиваться. У меня уже практически шума не осталось. И нужно что-то делать, как-то свой лут возвращать, хотя бы свой. Я уже не надеюсь найти здесь хороший лут. Я надеюсь здесь хоть свой лут-то забрать. У меня всего лишь одна С4. Ну, я так понимаю, что там внутри деревянные перегородочки, ограждения. И, если честно, то я уже вижу несколько ящиков.
И даже их я собрать не смогу в связи с тем, что просто-напросто шум мне не позволит это все сделать. Я уже как бы стыкнулся с максимальным количеством шума. Встреча с Громилой однозначно будет. Нашел деревянную стеночку. Отлично, она ведет к турели. Блин, третья волна зомби. Это уже говорит о том, что вот в скором времени уже придет к нам Громила. А встреча с Громилой нам не особо мило. Блин, ох, они и гасят. Это почти в ноль броню унесли. Попробуем как-то за угла все-таки попасть в турель. Чтобы соседняя не била. О, отлично. Теперь давайте просто насладимся убийством турели. Отлично, первую турель мы грохнули, теперь нужно сразу же отправляться к следующей. Следующая турель меня интересует. Таким же образом. Таксишка горит, все горит, только не... Вот, отлично, поехали. Есть и вторая турель у нас, ребят. А здесь вот есть ящик, который сразу же залутает для того, чтобы в этих узких коридорах не чувствовать себя легкой мишенью. Первый бензин возвращается к папочке. Так, дальше. Дальше что тут? Краска всякая не особо мне нужна. Что здесь мы тоже видели. Блин, ребят, я не знаю, что делать. Разве что взорвать еще вот здесь. Или все-таки попробовать рубить еще дальше. Как-то нужно искать хороший лут. Что мы видим здесь? Еще один ящик. Ну давайте этот ящик уже надрубим. Это будет последней каплей. Пойдем, залутаем те 4-5. Блин, и здесь нету бензина. Да что ж такое? Даже это просто какое-то наказание. Мы понимаем, что больше мне здесь находиться нельзя. Следующий ящик уже призовет Громилу. Единственное, что я могу вот сюда еще зарубиться, конечно же. О, блин, ребят, и здесь тоже буферка, и здесь тоже ящики. Ну, все. Единственное, что я могу, это все надбить. И как-то пробовать, конечно, залутать. Это беда, беда. Отлично. Как-то все это пробовать лутать нужно однозначно. Но как это сделать, чтобы Громила нас сразу же не грохнул? Нужно было бы и сразу что-то положить в чоппер, чтобы хоть как-то окупиться от этого, от этой мести выжившего. Так, вот так вот разве что. Другого я варианта вообще не вижу. Так, глок сюда. Будь что будет. Конечно, хотелось бы сразу найти мега крутейший лут. Но такого только в сказочке бывает. О, железячки. Почему бы и нет? Ну, Громила, бей. Что уже делать-то? Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Вот это Громила, конечно, уже наваливает. Я даже не знаю... Есть ли смысл прятаться от него в вольере? В этом вольере мы-то спрячемся от Громилы, но будет ли толк? Да, конечно. Слить надо токсических толстяков однозначно. Они будут нам мешать очень сильно. Ага, ты уже телепортируешься, да? 31 урона, конечно, не сильно много. Попробую как-то вот переставить спринт. Телепортейшн давай. Что ты заждался? Задержался. Пробуем, конечно, срубить еще один ящик. Мда.
Здесь особо, конечно, не выкрутишься. Как бы я ни делал, все равно все идет против нас, и забирать нужно хотя бы что-то, хоть какой-то лут нужно забрать, потому что в других вариантах мне тут не выжить. Остался последний, да, ящик, который мы можем забить. Белая красочка. Это просто жесть, ребят. Попробовать еще рубить вот это деревянные перестеночки. Ну, внутрь базы заходить, это будет самоубийство. В связи с тем, что просто-напросто в узких коридорах он меня сейчас зажмет, и никуда я даже не вырвусь. Единственное, радует то, что у меня 120 хп. Уже максимально выкачал. Ой, блин, как я бегаю долго. Как долго бегаю. Ой, блин. Короче, ничего не выйдет. Еще один разочек попробую. Наверное, буду уходить. Здесь мне делать нечего. Просто бензин ушел в ноль. 9 всего лишь, ребят, аптечек осталось. Ну-ну-ну-ну-ну, руби. Отлично, еще один ящик. В принципе, попробовать можно как-то залутать. Да ладно, ты такие руки у тебя длинные. Вот это громила, да. Нужно, чтобы громила всего лишь один раз меня тут тыкнул, чтобы я одну хпшку и там, ну, короче, попробовать как. Ну-ну-ну. Один всего лишь раз, у меня 5 аптечек. Не 50. Фух, урон не прошел. Ждем телепортации. Все-таки есть у меня спринт. И все-таки попробую еще один ящик золота. Да, база, конечно, сделана по образу и подобию. Просто жесть, ребят. Пофиг, уходим. Не удалось, конечно, вернуть свое, но, с другой стороны, не каждый рейд должен быть таким вот идеальным. Поэтому, ребят, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы оцените его, поставив лайкосик или, как говорится, пальчик вверх. Подпишитесь на канал. И да, ребят, не забывайте писать комментарии. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Увидимся в следующих видео.